Приветствую вас, друзья. Я в эфире. Сейчас посмотрю, идет ли моя трансляция. Ага, вижу, что идет. Люди присоединяются. Сейчас подождем друзей и будем начинать. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Сейчас я свой стрим кину в чат. Прошу поделиться, потому что в сетевом бизнесе работа командная. 11 человек нас смотрят. Буду рассказывать о проекте Whole World, которому 11 ноября будет 6 лет. Обязательно покажу свой кабинет, покажу свои достижения, свои доходы. И в режиме онлайн, и зайду в свой кошелек, все покажу. Проектом я занимаюсь с 2013 года, не бегаю ни по каким хайпам, лохотронам, не соблазняюсь на сторонние сайты, а строю водопровод. Либо таскать воду ведрами всю жизнь, либо один раз построить водопровод, который вас будет кормить всю жизнь. Структура моя насчитывает уже более 5000 человек. Как работает наш проект, рассказывать не буду, ссылка в закрепленной записи, вы можете здесь посмотреть презентацию. Зайдем в мой личный кабинет. Вот мой личный кабинет. Ирина Агапова. Моя фамилия Маркелова, но в интернете меня знают как Ирина Агапова. Ежегодную помощь по правилам системы люди оказывают каждый год. У меня она оказана до 2018 года. Это уже как вторая пенсия, пассивный доход. Мой личный доход за 4 года составил 216 748 долларов. И на благотворительность отправилось более 48 тысяч долларов. В октябре месяце я выиграла третье место в топе лидеров. Сейчас зайдем в топ, тоже покажу его. И мне на депозит прислали 100 долларов, которые можно вывести на свои кошельки. Кошельки можно привязать Advance Cash, можно привязать OkPay, Pair, PayPal. Я получаю на Advance Cash. В кошелек зайду, вот вам сейчас покажу. Вот мой верифицированный кошелек. Сюда приходят переводы. Вот 2 ноября, вот 15 долларов. 1 доллар приходит, когда человек активирует кабинет. Кто не знает, знаете, что вход в проект «Всем миром» составляет 105 долларов. 5 долларов на активацию кабинета, 50 на оказание помощи детям и 50 7 уровням вашего сертификата, 7 людям. Вот приходят переводы по 15 долларов, по 5 и по 10. Вот 1 ноября, смотрите, все за один день. 2 ноября. Вот я вывела на Kiwi кошелек 195 долларов. 11 ноября нам будет уже 6 лет. Сейчас зайдем в 10. Покажу вам вот лидеры предыдущих месяцев. Мы переходили на новые платежные системы, и поэтому получилось у меня всего 5 человек. Я считаю, что для меня, для моих сил это мало, но были технические проблемы на сайте, тем не менее я выиграла 100 долларов и пригласила 5 человек. Хотя вот в виде презентации как раз и показано на 5 людях, если вы пригласите 5 человек, что будет, сколько вы получите. Сейчас покажу вам сентябрь, август, вот если мы зайдем в сентябрь. Я заняла первое место, пригласила 17 личных партнеров, получила 300 долларов. Если мы зайдем в август, я заняла третье место, опять получила 100 долларов. Наша команда самая лидерская. Я создала за 3 года методику «приглашай, не приглашай», по которой работает моя структура. Мы никого не зовем, никого не уговариваем. Люди к нам идут сами и сами вступают в наш проект. Даже вот если зайти в контакт и показать вам наши сообщения, вот люди интересуются каждый день. Каждый день мне пишут всякие разные. Кто-то
денег просит. Кто-то вот интересуется проектом. Можно вашу ссылку, можно вашу команду, сколько работать и так далее. Вот. Проекту будет уже 6 лет, если мы зайдем на главную сайта. 11 ноября у нас будет очень крутой вебинар. Что-то нам компания там готовит. Следите за моими новостями. На стене обязательно будет ссылочка 11 ноября. Представляете, 11.11.2011 запустился наш проект. И в нем уже почти 1 000 000 участников. Вот, если зайдем на главную сайт, проект работает с 2011 года. Официально и легально. 160 стран мира. Не только из России, стран СНГ, а по всему миру. То есть из Фейсбука, из Гугла Плюс очень много иностранцев. Вот видите, из Испании люди получают помощь. Вот, из Казахстана. На карте показано, кто сколько получает и кому отправляется эта помощь. Получено фандрайзерами, то есть людьми, которые привлекают денежные средства на благотворительность, более 6 миллионов долларов за эти годы. Зарегистрировано участников 935 тысяч, а фонд передано 913 тысяч долларов. Почему меньше, чем получено фандрайзеры? Потому что благотворительный фонд у нас работает с января 2013 года. То есть не с 2011 года он открылся. Проект стартовал с названием Gold Line. Это была как касса взаимопомощи. Люди помогали друг другу. Но потом ввели благотворительный фонд и в 2014 году его переименовали в Whole World, всем миром. Если вы не умеете приглашать, на сайте есть услуга «Бизнес-автомат». Кстати, дарят на активацию по $10 до 30 ноября. Что вам нужно сделать? Вы принимаете благотворительную эстафету по моей ссылке, которая в закрепленной записи. Передаете эстафету другим людям. Мы обучаем методики приглашая, не приглашая. И начинаете получать денежные переводы от людей со всего мира. Приглашать на такую сумму довольно легко. Была я в проектах, где вход был 100 рублей. И люди думают, если маленький вход, значит, это какой-то хайп или лохотрон. То есть нам уже некому, нечего доказывать. Мы проверены временем и работаем уже 6 лет. Вот на главной сайте вы можете посмотреть лидеров топа-10, кому мы уже помогли, благотворительный фонд. Отзывы почитать участников. Также видеоотзывы есть влево, вы можете щелкать. Моих там аж 3 отзыва. И я лично со своим мужем Борисом Маркеловым сейчас разыгрываем уже 3-й раз, то есть проводим конкурс. Разыгрываем сейчас iPhone 8. 2 смартфона мы уже отправили. Здесь есть все видео. Отправили мы смартфон Елене в Смоленске, отправили в Италию. Здесь все видео выложены с чеками. Чтобы выиграть iPhone 8, либо денежное вознаграждение в размере $1000, вам нужно зарегистрироваться по ссылке либо моей вот в группе, либо Бориса, почитать условия. Если вы пригласите до Нового года 50 человек за эти 2 месяца, то мы от себя лично отправим вам iPhone 8. И это не развод, как многие могут подумать, потому что мы по чекам отчитываемся в группе и проводим трансляции онлайн. Наша репутация нам очень дорога. Чтобы почитать условия, сейчас я сделаю здесь репост, и на моей стене вы можете почитать условия. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать здесь под трансляцией, либо мне в личку. 50 человек, Михаил, да, за 2 месяца. Планка высока, но, извините, iPhone 8 тоже стоит $1000, тоже не 5 и не 6 тысяч. Поэтому, чтобы его выиграть, надо потрудиться. Я уже стала миллионером за 2 года. Очень многие не верят. Я жила в общежитии. Я веду свой канал, YouTube-канал, на котором вот 3185 подписчиков. Если вы наберете Ирина Агапова,
в интернете выглядит мой канал именно так. Вот с кликабельными ссылочками на мои соцсети и на проект. Тут написано 210 тысяч, уже 216 тысяч долларов надо поправить. И в видео здесь, в плейлистах, вы можете посмотреть, как я покупала первую квартиру, как я покупала вторую квартиру, как мы переезжали, как мы делали ремонт. Все, все, все в моих видео. То есть это доказательство того, как я разбогатела. Каждый месяц я снимаю свои доходы, как я вывожу на карту. Все можете найти вот по плейлистам и по моим видео. Если у вас нет вопросов, тогда до скорых встреч. Еще раз показываю, где моя ссылка. Обучаем, как привлекать людей. У меня есть методика «Приглашай, не приглашай». Даже вот у меня в статусе написано. За 11 месяцев я стала миллионером, создала методику «Приглашай, не приглашай». 3 года я над ней работала. Методика, скажу вам сразу, платная. Стоит она 1250 рублей с партнерской программой. Если вы ее будете продвигать, подходит она под любой проект. Будете пикать либо своим рефералом продавать, у вас будет партнерская ссылка, либо будете продавать вообще в интернете. С первой продажи получите 15%, со второй, с последующих 35% в кабинете. Потом можно будет выводить. Зарегистрироваться в проекте «Всем миром» можно по моей реферальной ссылочке. Активировать кабинет, привязать кошелек Advance Cash, пройти верификацию. Добавляем вас в командный чат. Вот у нас есть командный чат, активный чат. В нем только 37 участников из 5000, потому что мы отобрали здесь самых-самых активных. Кто не хочет обучаться из этих, то есть неактивные люди нам не нужны. Нам нужны только активные люди, которые сделают нас долларовыми миллионерами. И это неизбежно. Все. Всем пока-пока. До скорых встреч.